Сегодня в Управлении Роспотребнадзора начинает работу Всероссийская горячая телефонная линия. Она приурочена ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. В этом году он пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Граждане смогут получить всю интересующую информацию о покупках и использовании интернет-ресурсов. Горячая телефонная линия будет работать до 26 марта. Консультирование пройдет по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах.